Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. И потом Самуян сказал: О, Салих, если ты правдив, то сделай для нас чудо. Выведи из этой скалы верблюдицу непростую, а беременную. И еще такую, которую мы описим. Самуяне описывали верблюдицу, а Салих в то время молился Аллаху, чтобы чудо произошло. Он думал, если произойдет чудо, то самуяне поверят Всевышнего и в Коран. И будут поклоняться только Аллаху. И Салих молился долго, и Салих молился. И произошло чудо. Скала раскололась. Из нее высох свет, а после света высохла верблюдица. И еще такая, которую описали самудяны. Только некоторые поверили в Аллаха. И Аллах поставил такой приказ. Когда верблюдица пьет из колодца, никто не должен приблизаться к этой воде. И у них было два дня. Один день пила верблюдица, другой день можно было брать из колодца воду. Эта верблюдица давала столько молока, что хватало на всех зрителей. Самый